Друзья, всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Толстопятова Екатерина. И прямо сейчас я приглашаю вас присоединиться к зарядке. Для начала мы, конечно же, разомнемся. Стопы ставим шире плеч, расправляем плечевые суставы. Вдох за руками, тянемся наверх. Выдох вниз, как будто только что проснулись. И вниз, еще один раз, вдох. Отлично. Круговые движения плечами назад. Максимальная амплитуда. Еще 4, 3, 2 и полная амплитуда. Полностью прямые руки. Чувствуйте свои лопатки, плечи. Еще 4, 3, 2. Отлично. По одной руке вытягивайся в диагональ. Наклон корпуса небольшой. Еще 4, 3, 2. Отлично. Закрывай грудной отдел и раскрывай. Очень просто, правда? Еще давай. 4, 3, 2. Отлично. Небольшие приседания вниз, воздушные. Сильно низко старайтесь не приседать. Следите за коленями. Колени смотрят туда же, куда носки. Еще. Не забывайте дышать. Выдох на подъеме через рот. Давай еще 8. 8. 7. 6. 5. Отлично. Мы ставим более широкую постановку ног. Переходим с одной ноги на другую. Выпады. Вниз. Следите за носками. Носки смотрят вперед. Готовы в два раза быстрее. Работаем. Из стороны в сторону. Еще, еще. 4 осталось. 3. 2. Остаемся на одной стороне. Разворот в продольный выпад. И маленькая пружина вниз. Колено над пяткой. Еще 4. 3. 2. Меняем сторону. Другая сторона. Выпад. И снова пружина. Еще 4. 3. 2. Есть. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. Стопы собираем вместе. Одна нога к себе. И круговые движения стопой. Старайтесь держать баланс. Эта же нога в сторону. Руку можно вытянуть для баланса. И эта же нога вниз. Колени вместе. Меняй ногу. Другая нога. И круговые движения стопой. Держи баланс. Я говорила про баланс. В сторону. И вниз. Колени вместе. Есть, отлично. Ну что, друзья, это была разминка. Сейчас мы с вами выполним основной блок. В нем будет 3 упражнения. Мы их выполним по методу круговой тренировки. 3 упражнения на разные мышечные группы. Первое упражнение – приседания, но достаточно необычные. Руки перед собой, медленно вниз. Поехали. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Ладошки смотрят друг на друга. Не забывай дышать. Отлично, еще. Три раза в этом формате осталось. Два. Последний раз. Мы остаемся наверху, круговое движение рукой назад. Вниз. И другая рука. Вниз. И круговое движение рукой. Еще. Провожаю взглядом руку. В два раза быстрее. Вниз, вверх. Четыре осталось. Три. Два. Отлично, хорошо. Я думаю, что вы еще лучше размялись сейчас.
Ну что, второе упражнение. Наша задача встать в положение планка. Одна прямая линия от макушки до пят. Если вам тяжело стоять в этом положении, опустите колени на пол. Поочередно касаемся плеч. Поочередно касаемся плеч. Правая, левая рука. Право. Лево. Еще. Еще давай. Держи живот сильным. Не забывай дышать. Каждое касание, выдох через рот. Еще. Чуть-чуть осталось. 8, 7, 6, 4. Ты можешь выполнять это упражнение с носков. 2, 1. Есть, отлично. Немножко отдохнем и приступим к упражнению номер 3. Для этого нам необходимо развернуться на спину и лечь вот таким вот образом. Наша поясница прижата к полу, голень параллельно полу. Правое колено, левый локоть и меняй. Левое колено, правый локоть. В 2 раза быстрее. Вверх и вниз. Старайся почувствовать свой пресс. Еще давай. 7, 6, 5. Вы как? 4, 3, 2. В 2 раза быстрее работаем. Выдох, выдох. Еще. Чувствуй свой пресс. Два. Один. Есть. Отлично. Ну что, это был наш первый круг. Впереди нас ждет еще один такой же. Я надеюсь, вы готовы. Упражнения достаточно простые, но очень важно выполнять их правильно, сосредоточенно на той целевой мышечной группе, которая у нас главная, да? То есть, если это приседание, то это задняя поверхность бедра, ягодицы. Если это планка, то это пресс. И немного плечи. Если это велосипед, то, конечно же, пресс. Приготовьтесь. Упражнение номер 1. Мы вспоминаем наши приседания. Руки перед собой. Работаем медленно. Поехали. Вниз и вверх. Круговое движение рукой. Еще. В 2 раза быстрее. Еще 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Упражнение номер 2. Планка и поочередное касание плеч. Живот очень сильный. Готова? Давай. Касание. Опусти колени, если ты чувствуешь, что тяжело, да, выполнять это упражнение с носков. Не забывай дышать. Еще 8, 8. Живот очень сильный. От колен до макушки одна прямая линия. Либо с носков до макушки одна прямая линия. 3, 2, 1. Отлично, хорошо. Мы переворачиваемся на спину и занимаем положение лежа на спине. Руки с 2 сторон. Приготовьтесь, велосипед. Медленно работаем. Выдох. Отрывай плечи, лопатки от пола. Еще давай. 8, 7, 6. Сейчас будет в 2 раза быстрее. Давай. It's our home.
Еще. Это вызов. Еще 8 раз. Сделаем. Давай. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Есть. Вы как? Как вы себя чувствуете? Это было 2 круга. Классных 2 круга, состоящих из 3 упражнений. Давайте чуть-чуть потянемся. Вдох за руками вверх. Наклон вперед, спина прямая. За правой рукой мы тянемся вдоль левой ноги. Мягко, плавно. И наоборот. Еще 2 раза. И последний раз. Есть. Стопы собери вместе. И медленный ролл-ап с круглой спиной наверх. Вдох, еще разок. Выдох. Вниз. Ну что, друзья, я была рада для вас провести эту тренировку. Смотрите 7-й канал. Каждый день, каждый будний день в 11 часов утра мы будем работать для вас. И будем очень рады, если вы будете выполнять эти упражнения вместе с нами. Всем пока-пока.